Завтра по всей стране ожидаются дожди. В Бричанах и Сороках обещают 14 градусов. В Бельцах на градус выше. В Аргееве столбики термометров покажут плюс 16. В Тирасполе, Леово и Камрате 18 градусов. В Кагуле ожидается 19. В последующие сутки похолодает до минус 2. На поверхности почвы до минус 3. В столице также пройдут грозовые дожди. Днем прогнозируют 18 градусов, ночью 13. В ближайшие сутки температура понизится и обещают от 16 до 20 градусов днем. Ночью столбики термометров покажут от 3 до 10. И о погоде в Европе. В Мадриде прогнозируют 18 градусов, в Париже 13 и также переменная облачность. В Лондоне и Берлине воздух прогреется до 12. При этом в германской столице осадки. В Риме ожидается 19 градусов, в Вене обещают всего плюс 9. В Праге и Варшаве термометры покажут на градус ниже и также пройдут дожди. В Будапеште воздух прогреется до 10. В Белграде на градус выше, здесь без осадков. В Бухаресте плюс 18, переменная облачность. В Афинах и Анкаре 27 градусов. В Киеве прогнозируют 13, здесь пройдут дожди. В Москве всего 6 градусов.